3? Да, это меняется глубина, да? Да. На каждый сошник здесь установка. Сюда ставить или на 3? На 3, на 3. Ну, сюда, на 3. Да, плоди. На большую, да. Или... На 3, на длинную 3. Вот, все. Это мы изменили глубину. Сюда не полезли. Сюда отчаянно было. По влажной как? Не забивается вот именно прикатывающие вот эти катки. Я скажу, она работала по такой траве. Нет, а влажная по траве, влажная. Влажность я не могу сказать. Могу сказать, что эта сеялка, может, знаете такой, Черноморский район, село Далеко. Знаем. Владин, Матвей Леонидович, директор этого предприятия. Они работали и в Черноморском районе, в Раздолинском и в Жанковском районе. Весной сеяли есть? Весной? Я не могу сказать. По сервису, я сервисный инженер, по сервису они к нам не обращаются. Конечно, он наберет этот сам. Какая глубина? Ну, какую а влага, вы? Михаил Иванович, влагу померите. 4. 24. Ну почва прогрета на 24 градуса, она холоднее не будет. А это температура на поверхности почвы. Какая разность температур получается у нас? Ну 24, 42, 16, 16 градусов. Мелкая, да. Ну вот, 7 год. А ты переверни, Жень, там этот, есть же не с той стороны, с другой. Где? Так нет, ну, почему да, не докопали? Метраж. Ну, примерно вот. Сколько? 1, 2, 3, 4, 6. Вот сдвинула. Ну, да мы... вот, Оль, вот. Вот семя. А то вы видите. Вот. Здесь было 2,5. Вот и все. Все, все. Ну, так, может, мы что-то не туда попали? Ну как не туда? Вот и вот. Вот они, 19 сантиметров. Вот семя. Вот. Но это за колесо, вот, да? Нет. Нет. Как у нее ширина захвата. Возможно. Что делать? Вот оно? Да. Вот, вот оно. Оль, вот. Вот оно, вот оно, вот оно. И вот они лежат. Вот оно. Вот. Какая глубина? Покажите. Глубина. Нет, не два. Тут 4 точно есть. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5. 5.